Это тот же Apple, это же липа сплошная. То есть это удобство обслуживания интересов человека, причем интересов убогих достаточно. То есть никакого вала информации, о котором любят поговорить политики и всякие авантюристы от компьютеров, нет. Потому что если вы начнете выжимать ее, эту информацию, до содержательной части, то выяснится, что ее меньше, чем в библиотеках. Это смешно. Ну, вот это раз. Во-вторых, все эти компьютеры направлены на выполнение простых задач биологического обслуживания. Ну почему девушки совсем недавно с такими вот когтями красивыми, длинными, накрашенными, категорически отказывались в офисах печатать на компьютер. Потому что они видели, что компьютер — это гнусная пишущая машинка, которая интенсифицирует их работу. Да? И они говорили, нам неудобно. Конечно. Но как только появились наладонные компьютеры, маленькие, и как только можно было связываться с ними, с молодыми людьми, то есть повышать что? Эффективность репродуктивных контактов. То есть шансов размножиться. Старая биологическая задача для всех девушек. Иногда не получается, поэтому они очень стараются. И тут же выяснилось, что когти им не мешают.